Социальные сети помогли ангарской полиции задержать хулигана. Хорошо, что мы пришли сюда не с тротилом. Накануне в интернете появился ролик, в котором молодой человек устраивает дебош в магазине по улице Энгельса. Причина в том, что ему якобы продали протухшее сало. На кадрах видно, что мужчина ведет себя агрессивно и просит приятеля снимать все его действия. Уже вечером после просмотра видео сотрудники 2-го отдела полиции задержали 36-летнего ангарчанина. Ужасно я себя повел. Конечно, я все возмещу им, что моральный вред, материальный. Согласен, я сделал неправильно. Можно было сделать по-другому, но... Заявление потерпевшая писать в полицию не стала. А вот дебошир за противоправные действия был помещен в спецприемник, где будет находиться до решения суда.